Начало марта. Зеленая весна. Голубое небо. Солнышко. И вот утром вижу такое объявление на калитке. Сборка одежды. Это означает, что будет собираться ненужная одежда, естественно, чистая, упакованная в мешки и вот с этим ярлычком. Если выставить мешок в определенное время указанное, то его заберут и, наверное, используют эту одежду по назначению. Ну, такая правильная акция. Всем привет из Люблина! Увидела сегодня утром объявление на калитке, что собирают бывшую употреблению одежду. Вот такая акция, мне кажется, очень нужная, потому что на самом деле ненужной одежды скапливается много. Кто-то сам отдает другим, кто-то даже пробует продать, наверное, ее. Но в большинстве случаев просто выбрасывают. Поэтому вот такое предложение положить чистую одежду в мешки с указанием, что это именно сборка одежды, и приклеить предлагают вот этот ярлычок, который оставили на калитке, чтобы было видно, что это именно тот мешок, за которым приехали. Если действительно вот эта одежда будет собрана и отдана в нужные руки тем, кто нуждается, то это замечательно. А вообще хотелось бы спросить, вот пользуетесь ли вы секонд-хендом? Знаю, что в Беларуси очень многие ходят в секонд-хенды, но здесь их тоже хватает. Вот этой одежды, бывшей в употреблении, мне кажется, сейчас везде много, и студенты, в частности, вот моя дочь, говорит, что часто ходят в такие магазины. Она тоже подсела на это, у нее подружка, которая затащила ее один раз в секонд-хенд и сама регулярно одевается там, вот предложила ей кое-что померить, вот она купила одно, другое, третье. Ну, вообще, в целом, у меня такое впечатление, что это вот такое барахло, которое, ну, не знаю, можно одевать, конечно, на себя, но удовольствие от такие покупки, наверное, вряд ли могут доставить. Лично я люблю ходить в магазины, где хорошая обстановка, приятная атмосфера, ты можешь примерить в хороших условиях, ты знаешь, что это все новенькое, чистенькое. После покупок можно зайти в кафе, в тех же торговых центрах, выпить чашечку кофе. То есть это такой шопинг, который мне доставляет удовольствие. Возможно, если надо купить срочно просто одежду, чтобы одеться, то есть смысл, особенно если это одежда рабочая, повседневная, то, ну, почему бы и нет, может быть и можно. Но, не знаю, все-таки я уже воспитана, наверное, не так, и для меня вот эти бэушные вещи, они не представляют вот такой ценности в плане эстетическом, и я уже, наверное, покупать их не буду. Ну, разве что, если я столкнусь с тем, что очень большая нехватка денег. Я слышала мнение, что можно купить эксклюзивные вещи, что можно что-то найти такое, что не купишь в других магазинах, в обычных, массовых, потому что там таких вещей просто нет. А вот именно те марки, ну, не знаю, наверное, нужно быть большим специалистом, там, знатоком вот этой качественной одежды, чтобы рыться в секонд-хендах и находить какие-то интересные вещи, потом их как-то обыгрывать, ну и, соответственно, носить, не знаю, в каких-то комплектах, которые тоже подбираешь, наверное, тоже в секонд-хендах, потому что одевать вещь бывшего употребления надо с той вещью, которая уже носилась, я так понимаю. Сразу видно, когда вещь новая и вещь старая. То есть сами по себе вещи приблизительно должны быть хотя бы одного какого-то возраста. Ну, не буду спорить с тем, что
какие-то интересные штучки можно найти на блошиных рынках, на тех же вот этих барахолках, где продают бывшую употреблению одежду, бывшую употреблению вещи. Ну, наверное, что-то в этом тоже есть. Но не совсем это мое. И была пару раз в секонд-хендах, не получила никакого удовольствия от посещения этих магазинов. Больше туда не хожу. Ну, не знаю. Может, у кого-то другое мнение.